Итак, ребята, еще раз, ребята, привет, еще раз привет всем. Вы на канале Bitfint Play, мы продолжаем сегодня Alien Shooter 2. У нас пятое задание, и оно мясное прям. Так, что нам нужно заделать? Приятно, что тебе удалось остаться в живых. Теперь приступим. Так. Генератор работает, но доступ на этаж все еще заблокирован. Ага. После перезапуска системы все коды доступа были сброшены. Нам нужно получить новые коды. В корпорации Магма вся компьютерная система разделена на отсеки. Вам нужно пробраться к главному компьютеру контроля доступа. Он находится в лабораториях. Вперед, солдат! Выполнять! Так, я понял. А, эти пацаны со мной... Подожди, пацаны! У меня ж тут этот закуп должен быть. Что-то пролагивает. Так, нам нужно броня, да? Броня. Можно отремонтировать, а можно купить вообще новую. Денег у нас 14 тысяч. Не так-то и много. Успели, к сожалению, накопить. Так, давайте возьмем, наверное, 63. Ага, прочность 1300. Давай вот эту возьмем. О, подожди, места не хватает в рюкзаке. Вот эту продаем. А получается вот эту. Мы покупаем, да? Вообще шик, шик. Так, дробовик продадим. Пистолет он нам тоже нафиг не нужен. Я предлагаю купить какое-нибудь хорошее оружие. Действительно... Хорошее оружие. Но у нас, к сожалению, по-моему, даже и на хорошее оружие денег не хватает. Там она будет. Так. АК-шку можно, в принципе, продать. Нет, лучше я вот этот дробовик продам. Итак, 7000. Ну, на 7000 это вообще печально, конечно. Прям очень печально. Так, чем он там стреляет? Вот такими, да, патронами. В принципе, тем же, чем и стреляет этот у нас. Так, вот это продаем, все, но нам нафиг не надо. Это что, для дробовика патроны? Тоже думаю, сейчас их продадим. Вот так, остается у нас ракеты. А, снаряды для гранатомета. Патрон для пистолета, во. Так, это что такое? Фонарик. Батареи для оружия. Так, а вот, теперь... Теперь что-то у нас... Что-то у нас пошло. Вроде бы. Так... гранатомет. Сколько он стоит? 2500. Так, а есть что-нибудь такое поинтересней? Во! Во, что я хочу. А тогда нахер я патроны продавал, балбес. Ладно. Давай купим оружие. Купим на него патронов. Так, чё по гранатомету? Давай гранатомет тоже затарим и купим на него тоже патронов. Так, нам надо патроны для дробовика купить, да? Имплант. С ним ничего нельзя сделать, только продать можно. А, здесь еще есть один имплант. Подожди, имплант. 5 ПМГ, а этот 5 ПМГ, так, 10 234. Да, ну он такой же получается, да? Можно еще аптекарь, конечно, было бы купить, но уже ладно. Окей, ну чё, ребят, посмотрим. Дробовик так стреляет. О, шикарно. Сейчас пролагает. У меня там просто 4 видео рендерится.
И 3 еще закидывается на ютубчик. Плюс записывается в 2 программах видос. Во, вот это нормальная тема. Мне хоть балбесов дали. Так, ну чё, понеслась? Ой-ой-ой, аж пролагинцы. Аж лагалово. Так, собираем добряки. Так, надо куда-то прорываться. Вперед, наверное. Пацаны там умирают, кстати, наши по-тихому. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да что-то меня зажало. А прикинь, я в текстуре застрял. Это вообще, это как понимать? Короче, ясно. Переиграем сейчас. Вообще бредятина конкретная, конская, просто жесть. Вот как так можно было? Ёб твою мать. Ладно, сейчас сразу. Да ёб твою мать. В магазин сразу заходим. Вот я не ожидал, что тут может быть такое. Так, это продаем сразу. Это продаем, продаем. Патроны на пистолет обязательно продаем. Вот у меня херова туча этих пистолетов, дробовиков, всякого говна, вот такого вот. Так, теперь первым делом броник покупаем вон тот. За сколько мы там вот этот, да, покупали? Отлично. Так, покупаем гранатомет, патронов до 250. Даже 300, ладно, окей. И покупаем что-нибудь, наверное, из дробовиков. Патронов много не бывает. И, в принципе, хватит нам, я думаю. Зря, наверное, скорострелку продал. Ладно, хрен с ним. Давай, пойдем, попробуем. Приятно. Давай, давай, давай. Все, полетели. Дубль 2. Да ёб твою мать. Он вообще прям ядерно скорострельный. Не, уничтожитель вообще нормальный такой. И по мощности, в принципе, неплохо. Так, но я лучше гранатомет возьму. Ой-ой-ой, это вообще мясо. Интересно, пацанов там всех моих положили? Так, вот не говори, что я сейчас опять здесь застрял, да? А мы сдохли, вообще ништяк. Просто охренеть. Так, как тогда в эту миссию играть? Это ведь еще не конец игры, я так понимаю. Далеко не конец. Ну ладно, сейчас если третий раз ничего не выйдет у нас, тогда придется это дело немножко повременить. В смысле, с прохождением. Так, продаем. Сразу броник затариваем. Подкопить, может, денег все-таки, а пока на АКМ-ку патронов понабрать. Так, что там за патроны у нее? Вот эти зелененькие, да? Давай до 7000 наберем патронов. Попробуем сейчас так. Привет! Все, погнали, пацаны. Сколько их? 4.
Так. Зря я, наверное, бочку взорвал сейчас. Вот эти большие, они капец скоты, вообще бронебойные. Ну хотя смотри, автик-то нормально так решает. Я не знаю, вообще ни понятия не имею, каким образом прорваться. Надо зачистить одну территорию, я думаю, сначала. Ну вот, уже что-то есть, вроде бы как. Якобы. Так. Не, ну это жестко очень. ХПшка сейчас еще восстановится хотя бы чуть-чуть. Так, что тут у нас? Кто есть, кто нет? Так, опа. Я походу вообще идеально. Нажми проби... А! Ой-ой-ой, что так все фризит-то жестко? Оу! Вот это, конечно, оружие, я тебя понимаю. Интересно, оно имеет свойство перегружаться? Вот даже вот этих тварей больших ползучих убивает. Ой, ползучих. Вот этих баклажанов убивает. Вообще идеал, просто идеал. Мне интересно, они бесконечно будут лезть или все-таки эта волна кончается? Так, ну еще тараканы мелкие остались. Все? Нет, смотри сколько. Вау! Миниганчик-то вообще нормальная тема. Так, найти компьютер контроля доступа. А нахер тогда я за эту сел? За машину эту сел? А, я понял, зачем. А, все, я не могу, да, больше сесть? А, нет, могу. Ну, походу, теперь точно все. Окей, полетели дальше. Денюжки. Это вообще замечательно. Так. Что такое? А, я не заметил тут ползунка. Так. Окей, собираем пока ресурсы. Все, что есть, собираем. Так. Вот тут самое мясо было у нас. Давай тут пошаримся. Но тут ничего нет. Такая бойня была жесткая. Так, это возвращение в комнату нашу, я понял. Так, отлично. Побежали дальше. Тут что-то есть, тайнички небольшие. И это хорошо, ребят. А, мы с вами аптекарь нашли, получается. Так, на что там инвентарь? Что мы нашли? Мега-аптечка. Самый мощный медицинский набор в небольшом футляре. Вот это хорошо. Да вы чё, мне еще и водить надо и стрелять, охренеть, вот это геймплей. Ой-ой-ой, чтоб не лага, а это кто такой?
Стой, задний ход. Охренеть здесь. Так, стоять. Ёб твою мать, вот это тараканов, конечно, здесь. Да ёб твою мать, да дайте проехать-то. Да господи. Мне, походу, надо сначала сейчас зачистить, а потом действовать. Я так понимаю. Так, что, мелочь осталась, в принципе, да? Ой, задний ход он вообще дает, конечно, с трудом. Ладно, задний с трудом, зато передний нормально. Вау, кишмя вообще, кишмя. Вот эти еще бакланы стреляют. Что такое? Стреляют? Так. Еще управление немножечко непривычно для меня. Так, кто там стреляет? А, вот эти идиоты же, да, на стрельбище наводят. Стой, там еще аптекарь есть. Так, давай-давай, нифига тут замесы, вообще, пятая миссия, ребят. Это только пятая миссия. Я не знаю, сколько их здесь и что дальше будет. Они идут вообще без конца, просто без конца. Да ёб твою мать! Да собака саная! О, блин, не, машина это, конечно, сверх уже моих возможностей игровых. Мне очень плохо получается, я так думаю. Кто там стрелял? Все? Можно выходить из тачки. Так, ага, мы еще и ранг повысили. Да не надо мне в машину, господи. В доступе отказано. Требуется ключ доступа второго уровня. За этой дверью установлен компьютер авторизации. Найдите Окей. ключ доступа второго уровня. Так, эту тачку нельзя, да, взять никак? Да, это плохо, она выглядит поудачнее. Ладно, я думаю, с этим справимся. Так, поехали сначала направо съездим. Возможно, там надо открыть, там тоже дверь была. Да, вот мне стрелка показывает, то есть налево, направо. Так, побежали. Да я прям охренеть, там тараканов, ой, мать. Давай тогда я за тачкой посижу. Вот так вот встану здесь и буду шмалять. Ой-ой-ой, подожди, там сзади. Стой. Так, пока хорош, хватит. Так, главное сейчас копыта не отбросить. Да блин, вот эти вообще мощняцкие прям твари. Походу в тачку пора, да, прыгать? Нет еще? Да, пора в тачку прыгать. Жаль, машина там не проезжает. Это прям очень жаль. Смотри, какой меткий прям.
Так, стой, ТП заканчивается. А у тачки брони-то поболя. Да блин, они закончатся. Прикинь, как это вживую страшно. Вот так вот оказаться на его месте. Это ж ужас какой. Такая вот работа у них, прикинь. Так, подожди, там тараканы еще. А, там еще эти. Блин, они еще быстрые, шустрые, резкие. Так, ну-ка рассосались все. Быстро. Быстро рассосались. Во! Рассасывающий аппарат вообще нормально работает. Так, что тут есть? Есть тайник? Нет, нельзя зайти. Так, я тебя понял, короче. Вот оттуда все говно лезет. Причем без конца вообще, края даже не видать. Не, его я буду долбить очень долго с автомата. Я это вижу прям. Так, погнали дальше. Нам вообще не дают пройти. Вот тут их вообще прям без конца. Прям кишмя. Вот я сейчас по-любому буду угорать, если нам надо сначала влево было. Либо вообще вправо не нужно было, а только чисто тупо влево. Блин, патрики-то кончаются. Вообще кончаются. Да стой ты! Вот у монстров броня, да? Всем бы такую. О, вот этого долбить буду я А нет, слушай, нормально. Так, где там камп? Жизни вообще нету. Чё делать? Юзать аптекарь? А, он используется автоматически при пониженном здоровье, прикинь. Так, окей. Проход проделали. Чё там мешает еще? А, стекло тут. Нифига корка, да? Так, чё-то сделали. Назад к двери, мы вас прикроем. Окей. Идем к двери назад. Видимо, я даже правильно, я вот даже угадал, куда надо сначала идти. Да я тут как бы и сам справляюсь. Довольно-таки неплохо справляемся. Все, погнали. Отлично выглядишь, дружище. Спасибо. Ты не представляешь... Отправляйся к компьютеру. Мы здесь справимся. Ты не представляешь, с каким трудом это мне все далось. Чтобы мне отлично так выглядеть. У нас есть доступ к серверу. Окей. Возвращайтесь сюда. Все, идем, давай. Ой-ой-ой, что такое? Так, я гранатомет. Боже! Что? На помощь! Гранатомет-то у меня нету. Подожди, что случилось? Че, босс тут какой-то даже есть? И... Спасибо, ну ладно. А чё произошло-то? Оно схватило её! Боже, оно появилось, схватило её и исчезло! Не было времени даже среагировать! Доступ к серверу получен.
здесь ваша миссия выполнена. Уходите. Ну ладно, окей, как скажешь, бать. Девочку, конечно, жалко, но ладно. Вот и все, ребята, пятая миссия, это, конечно, жопа. А, смотри, выполнено задание, то есть 5 из 8, ребята. Я надеюсь, это видео вам понравилось, и вы переживали так же, как и я. Поставьте обязательно палец вверх, напишите комментарий. Буду, но я буду очень рад, и мне будет очень приятно. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока. Пока-пока.